решили собраться с друзьями вечером поиграть в покер. Поэтому кому удача сегодня улыбнется. Моя стандартная комбинация флеш-рояль. Я рояль флеш. Чтобы вы понимали, друзья, в омских заведениях не так просто сесть за зону, ну, только по блату, потому что все зоны заняты, вот как вы видите. Все, вот, куча народу. Понимаете, да? Сань, вот это мой лучший друг, Александр Орлянский. Сань, ой. В общем, у тебя есть 10 секунд, чтобы сказать все, что ты думаешь, ну, вообще, о жизни. Я люблю город Омск, ничего больше, все. Ну скажи, типа, у тебя лучший друг, там, Рома Гриценко. Да, у меня лучший друг, это Милан. Богдан, честно скажи, рад, что брат приехал? Да. Точно? Да. Ну что-нибудь скажи хоть хорошее. Не знаю, что говорить. Скажи всем привет от души, реально. Значит, друзья, к вам вопрос. А, как вы считаете, ну нужно Богдану на проект приходить или нет? Нет. Богдан, нет. Будущая легенда телепроекта «Дом-2», Богдан Гриценко. Ну-ка, улыбнись в камеру. Да. Богдан, а у тебя сколько кэша с собой, Богдан? Кэша сколько с собой? 9 рублей. 9 рублей? Ты платишь, получается, за все? Нет. В смысле нет? Ты, на тебя смотрит 100 тысяч человек. Тебе жалко, что ли, для брата? Нет, лысый. Итак, мы идем по наводке. Богдан говорит, что платит лысый. Саня, ты, получается, платишь за всех? Так, а не я же лысый. А кто? А ты кто? Не. Заплатишь, да, я за всех? Я заплачу, да. От души. Он об... В общем, эта история специально для Даши. Сань, ну от души реально. Короче, его девушка пиццу попросила, и он как бы с нами сидит, ест, она одна там где-то. Ну не расстраивайся, Даш. Все хорошо, когда-нибудь поешь тоже пиццу.